Всем здорова, чуваки, это Нарезка в CSGO, сегодня мы решили сыграть только с Диглом, каточку, все бы было бы так обычно, но нет. Сегодня я сыграю с четырьмя ютуберами. Бонки, Дилайт, Ренатка. Каждый записывает свою демку, и это будет очень классно выглядеть. Ну а перед тем, как мы начнем этот ролик, поставь лайк под этим роликом и напиши в комментариях любой комментарий. На кону этот скин, который у тебя на экране. А мы начинаем, полетели. Ребят, это выпуск, где мы просто будем делать мясо. Внимание, Бонки, Дилайт, Ренатка и какой-то Камапуля. И сегодня наш челлендж это только Дигл. Let's go. Кома, Кома, come to me. Мы только с Диглом будем играть? Да, только да. Только с Диглом, дядя. Охуенно. И победитель все, этого выпуска, кто сделает больше всего киллов, побеждает набор на 3000 рублей покушать. Все, погнали. Изи! Мама! Кома, can you hear me? Убил одного. Так, парни, все, нож мне. И, ребят, не забывайте то, что вся запись этой катки идет через 4 камеры, поэтому определенно за это поставьте лайк. Где вы еще такое видите? Ну где? И теперь я немножечко поправил монтаж, теперь вы будете понимать, чья это демка. Давайте, если он выиграет раунд, скинемся на пиццу. Не, братан, я свою пиццу не дам. На кусочек. Каждый по кусочку будет кусок. У меня в городе продается, знаешь, типа конусообразный по один кусок, грубо говоря, в конусе. И она сделана так очень вкусно. Я могу ему купить ее. Она недорогая, там рублей 80. Может, он не сказал? Что, скидываемся потом? Недорогая, рублей 80. А там большой кусок, Эрик. Каэси, наелся можно. Нет, там два штуки съедаешь, ты уже наелся. Кома, Кома, can you hear me? Кома. Да чё, блядь? Can you lick my balls? Отъебите, блядь. Can you lick my balls, тут? Походу. Блин, вы отвлекаете моё. Ой, бля, на меня тоже отвлекли, ну пиздец. Кома, can you lick my balls? Кома, блядь, ты заебал. Кома, ты можешь играть, начнёшь, не? Из-за тебя катка сливается. Can you lick my balls? Ты как будто в коме, блядь, братан. Can you lick my balls? Может, хватит спать уже? Интересно. Боже, ребята, вы чё как собаки, блядь, полезать в мои яйца? Oh my god. Кома, can you lick my balls? Кома, can you lick my balls? Давайте, если кто-то убьет, короче, не, ну, типа, с другого оружия, то минус. Минус фраг. Дигла. Бля, да, минус фраг дигла, да. Я дигл сейчас купил. Не, слушайте, эти идеи, конечно, мне нравятся, окей. Чуть не взорвался, видел? Да-да. Оу, мааа. Гропаны твои. Убил. Кома, ты меня слышишь? Ой, блядь, парни. Кома, Кома, срочно, вопрос. Вау! Еее! Ой. Шок, давай. Кома. Эрик, стреляйся с ним, брат. Кома. Давай, брат, стреляйся. Представь, что ты сестра его. Хорош, Эрик. Все, это мой раунд, бейби. Давай. Какие легкие фраги на него. Что? Минус 37, но я на первом месте. Я реально поверил, что это твой раунд. Я сам в себя не поверил, как ты мне верил? Ты обманул меня. Ренат, я походу, когда у тебя есть стимул, да, тащить, ты тащишь. Блять, я уже чувствую, как я неделю не трачу деньги на еду. Ладно, парни, вы хотите, чтобы я взял этот раунд? Нет. У тебя минус фраги будут. Кома, слышишь, братан, вопрос. Ну давайте плюс. Слышишь меня? Давайте один фраг, это половина фрага. Там нет. Кома, братан, ты Бонки, ты теряешь фраги, перестань. Не-не-не, я бы не убил. Кома, Кома, ты же знаешь, Кома, срочно. Ну, Кома, ответь ты, ё-моё. Он тебя замутит. Смотри, как надо. Кома, ты тут? А-а-а! Ах, почти, блядь. Как ты, он делает это? Он дёрки, делают это? Все дохнули, блядь. И он в конце выходит на охоту. Я бы на твоей сестре женился после этого, это пиздец. А у тебя есть сестра, я думал? Две. Вторая для кого? Бля, ну пиздец. Обидно. А им подходит 20 плюс? Да, 25 плюс. Не, ну тогда забудь. Походу Ренат. Подожди, брат, у меня есть этот один. Ну вы можете мне уже заказывать шаурму. Каешку под себя есть? Кома. Давай, чисто. Пацан возьмет ник, поменяет, блядь. Эрик, твой раунд. Хотя бы один. Кома, ну размуть меня, пожалуйста, вопросы срочные. Кома, сейчас он размутит. Разбудь меня, блядь. Кома, тебя казах спрашивает, он что-то хочет. Там очень срочно что-то. Он хочет предложить тебе устроиться на работу в Арифлейм. Кома, ты меня слышишь? Там очень срочно. Там очень срочно, размуть. Can you lick my balls? Очень срочно, блядь. Жизнь, вопрос жизни и смерти. Это байт 21 века. Это смешно, кстати, было. Эрик, я иду брать килл, брат. Да фак. Есть, мадафакер. Тихо.
братан. Зачем бонки? Я с дигла убил, я с дигла. Ребята, ребят, минус один у бонки. У меня фотошоп, да. Парни, есть. Да, что вы, блядь? У тебя два фрага. Убей его там, делайте, я разрешаю, брат. Боже, ты зачем? Зачем так фраги теряешь? Один фраг у тебя. Эй, я был минус один, минус один, Эрик. Вы чё, хуесосы, блядь? Уже минус два. Да засчитайте за дигл, вы что? Кома. Это в любом случае. Ну пиздец, да. Заебал. Can you lick my balls? Нахуй, заебал. Я, короче, придумал. Я попадаю в них со скаута и добиваю их. Эрик. Давайте про Патрик. Как я промахиваюсь? Патрик. Про Патрика шутим или нет, Эрик? Убил, с дигла, парни. Да, можно плюс два фрага за это? Еее, Делайт, тормози! Как ты лост? А, ты далеко. Мой, отстаньте. Вот. Да вы издеваетесь. Кома, ты заебал. Кома, can you lick my balls? Ребят, 7, 4... У меня 2, короче, что это? Я камбэкаю. Хороший, Эрик. Ты спаун много, Эрик. Блядь, тебе минус 93 дал. Виндоу! А! Ты слепой! Тихо. Мне кажется, это твой раунд. Я 2 на 8 играю. Да ладно, не надо, брат. Надо. Ты все правильно делаешь. Это не стоит. Тихо. Сзади. Найс. Can you lick my balls, newbie? Я два хорошо. Найс! Nice. Хорошо. Yeah. Я дам смог и выйдем. Почему блоки радуются за мои фраги? Мне уже страшно. Бля, все, я пошел на пол. Опять что ли? Да. Ставим ставки. Ставлю шавуху, что он... Я замутил, я не знаю, что он там сказал, но мне надо выиграть этот раунд. И два фрага за получить. Они сейчас смеются, я отвечаю. Нормально. Боже, это такой тупой раунд. Это обязательно вставь. Идет Палас, блять, алё, игроки, блять. Да похуй на него. Он меня не увидит. Меня увидит, я его увижу сейчас, ебало ему убить. А он где, блядь? Не, он софтом, походу. Тихо. Давай. Дело. Это же сильный игрок. Должен быть. Вау! А это смотри, прячься. Смотри. Шептуна сейчас даст, давай. Боже, он меня обогнал, пацаны. Это момент. Это Делайт, сука. Это Делайт, это вот. Зато было красиво. Бля, я не то купил. Блять, Патрик бы это, мне кажется, оценил. Рина, дай дигл. Я что, дурак? Ты же тропнул. Давайте, чтобы интереснее было, просто пойдем за рашем Б. Да, давайте, пацаны. Дигламе. Кома, идем Б. Давай. Ты сейчас поднялся, он мне не замутил. Все идем Б. Он мне не замутил. Давайте, я слежу за вами, все. Все идите Б. Идите Кома. Делает гордиться этим. А что ты не замутил его? Смог дам. Дал смог вообще по хуям. Так, на похуях бежим. Да, конечно. Я убил. Какой врун. На, сука! Ай, блядь! Кома выиграл, по идее. Мы его недооценивали. Мы в раунд въебали, блядь. Ну пиздец. Кома. Что-то потно, да, пока что? Я раньше шутил, что ты руинишь, блядь. Сейчас я не шучу. Нахуй ты руинишь? Типа чисто засмеялись, блядь, бонки, нахуй этот. Плюс мораль пошла. Короче, чуваки, я серьезно. Я сделал 4 фрага. Должен делать 9. 5 фрагов. Мне нужно просто эйс. Это реально легко, если так подумать. Просто надо собраться. Давай, домашек, брат. Лучший. Давай, блядь, успокойся, я сказал. Да сука! Я дигл заберу, подожди. Клетки самые вкусные. Отвечаю. Там два. Нас. Бонки. Да вы издеваетесь. Решил спрятаться. Пацан, вот здесь вот. Есть это. Есть. Вышел один. Пошел отсюда. Неужели он сделает? Хаус. Он тоже с диплом, блядь. Я себе он спамил. Пошел отсюда. Да. Еще сверху, еще с коннектором. Ебаный рот. Пошел. Твой раунд. Сколько ты килов да дал? Да фак. Три. Ебать.
Так, ну я, кажется, уже ближе. Все, я, у меня настроение появляется. Да, найс, еще лучше. Тоже с нами, пацаны, участвуют, блядь. Кома, блядь. Где тут сдох? Кома, ты заебал. Кома, собери, господи. Кома, блядь. Я не понял, блядь. Ты играешь здесь Тима или в соло, блядь? Тебе вот все делают, инфу говорят, тебя поддерживают, блядь. А даю ты... дроп, блядь, а ты нахуй сливаешь катку, ёбаный ты, блядь, амор. Есть, есть, спит, блядь. Не-не, я бы на твоем месте вообще. Ой, ну что за бред, как это берется? Уебали. Вали, сейчас, мне так же уебут. О, мне тоже надо. Отстань! Выигрыш раунда 10 тысяч рублей тебе кидают. Серьезно? Да. Это невозможно. Блять! А нахуй! К стене, блять, а. Руки вверх. Запомни, да Эрик ладно, всегда дает такие невозможные челленджи. Он мне уже один раз проиграл Сочи. Без... Короче, получается, этот гребаный Делайт в Казахстан получает еду на 3000 рублей. Ебой. Сегодня как раз по этому месту пахало. Я Суприм. Мадафака? Ты Суприм Делайт? На, на, жри! Вот тебе, блядь, сюрприз нахуй на 3000, блядь. Ладно, да я его верну за пару. Короче, ладно, ребят, это был выпуск нарезка. Короче, я словил тильт в небольшом моменте, когда начал ничего не делать. Как всегда. Да там кома. Короче, выиграл Delight, сейчас мы им отправим еду на 3000 рублей, не знаю, что закажем, поэтому все, расход. Расход. Слева посмотрите мою нарезку, какую-либо другую. Ну а справа ты сможешь подписаться на канал, если тебе понравилось то, что ты увидел. А, фак, я спать хочу. Слева на экране посмотрите мой другой ролик, а именно нарезку. Справа же. Ну а справа вы сможете подписаться на канал. Но перед этим посмотрите мои другие ролики. С тобой был я, Шок, Бонки, Делайт, Ренатка. Всем пока. Yeah, завтра стрим, послезавтра ролик.